О, не Смотри. русский. Ты не русский! А что, не русские тоже люди? Да я знаю об этом, поэтому я тебя так с подъемом спросил. В России только не только русские живут. Да я знаю, живут, но никто в России не знает истории. Какой? Какой? Ну ты родом откуда? Республика Башкортостан. О! А как там в 19-м, в конце 19 века с башкортами русские? Про Салавата Юлава сейчас пойдет речь, да? Не, нет, еще там был такой генерал, я забыл, который деревни сжигал башкортов. Смотрите, время от времени башкирские права ущемлялись, да, может быть, всякие конфликты были, А но как, сейчас допустим, все а что? эти конфликты исчерпаны. Мы с Да. русскими прекрасно живем, для нас, ну, есть один менталитет, один народ, Так они вам не разделяем менталитет. людей на национальность, вот и все. Вот ты, допустим, не ругаешься, я вижу, что ты приличный. Это от человека зависит, не от Так национальности. слушай, ты тут же куда ни кликнешь, одни матюки. У нас человек не разговаривает, а только так. Да, в О, Украине тоже одни матюки. Сарик. О, то есть это русский, вам привили Нет, русский нет, нет. То есть, менталитет. по вашему мнению, люди, которые матерятся, это русский менталитет? Нет. Американцы мат через каждое слово ставят. Ну и что? Нет, нет. Нет, Но когда вы ты на знаете улице, английский. я тебе подожди, когда ты на улице подходишь к американскому, он ничего-то спрашиваешь, не говорит он тебе там типа факов. Они говорят, это от человека зависит, не от национальности. Нет, это национально. Ну смотри, ну я же тут сижу. Я из Соединенных Штатов. Мне про американцев не рассказывай. Про Окей? американцев не рассказывай. Хорошо. К какому Не русскому вы надо, не подошли? надо, не К какому надо. русскому вы подошли, он сказал факов. Не подошел. Вот когда ты переключаешь тут на чат рулетки, переключаешь и говорят, о, лысый, о, очкарик. Мне тоже говорят Ну, часто с Украины. ао, привет, узкоглазый, да? Тебе так Да, с говорят? украинской части говорят, да. Ну, потому что у тебя Россия стоит. Это У меня оправдание? стоит. Это оправдание? У меня что стоит сейчас? Украина. Украина. Ну, Давайте ладно. не будем про других людей. Вот вы о чем общаетесь? Вы сказали, что не знают истории. Какой истории? Второй мировой, там, Великой Отечественной, Нет, ну я же Первой тебе мировой. сказал, конец Можно? 18-го, начало 19-го годов про башкортов. Я понял. Можно вам вопрос? Да. Вы знаете дату Первой мировой войны? Нет, не знаю. Ну, не помню. Я в школе Кто учил. тут? А, не помните. Ну, И что примерно, там в каком было? месяце? Или год? Ну, год, наверное, вы знаете год. Первая мировая, я думаю, до 17-го, но... В 17-м начался, да? Нет, не в 17-м. Мировая началась раньше, до 17-го, я же Так, сказал. год какой вот конкретно? Ну, я не помню. Ну, ладно. Ну, и что ты хочешь мне рассказать? Нет, вы говорите, До не знают 19-го. истории, но я вам задал вопрос банальный, Не, прежде ну чем вы я же спросите. тебе не говорю что мы сейчас начинаем разговаривать о том, кто больше знает историю. Я тебе А говорю про что? просто, знают ли башкорты историю как... Знают, не волнуйтесь, все знают. В отличие от украинцев, мы не разжигаем ненависть. Мы это все помним, русские это все Вы не помнят. можете Все это разжигать помнят, ненависть. но сейчас это другое время. Мы не ущемляем друг друга. Мы все вместе живем. А Более украинцы 200 ущемляют. национальностей. Что? Украинцы ущемляют, а? Да, недавно видел ролик, Да. где человек Смотрю. просто начал по-русски обращаться к другому человеку, который, по-моему, в мастерской какой-то с телефоном были проблемы. Он сказал, вот у меня с телефоном проблема. Второй ему говорит, я не размовляю российскую мову, говорите по-украински. Этот человек игнорирует и продолжает говорить по-русски. Да. И он говорит, я не понимаю, уходите, я не понимаю. Если Да, да. по-украински будете говорить,
Тогда я вас обслужу. Если не будете говорить, я вас не обслужу, он сказал. В итоге, Так. буквально через некоторое время этот человек начинает по-украински извиняться перед украинцами. Объясню тебе, я сейчас в Киеве Это нахожусь. ущемление прав. Я разговариваю только на русском языке. И, Ну, молодец. пожалуйста, не рассказывай по поводу того, что меня нигде в ресторане, в мастерской нигде не обслужили, в магазине покупаю еду. Мне никто не сказал по поводу, я тебя не буду обслуживать. Вы, наверное, не были в Потому... западной части Украины. В западной части такое часто происходит. Был в Западной Украине. Вы был в западной Украине. Вы не встречали такое, что вот когда ты говоришь по-русски, вы говорите по-русски, то вам подходит и говорят, почему вы говорите по-русски? Не говорили такое? Молодец, ты хорошую мысль сказал. Смотри, у украинцев генетическая память по поводу Российской империи. Так. Так, у вас эта память стерта. Почему? Потому что ты А что за на... генетическая память? Ну-ка. Ну, генетическая память, потому что всех украинцев, россияне, что делали с ними? А что делали с ним? Порабощали. Как это все Да, отражалось? Я да, понял. да, Ну, да. я знаю, что порабощали индийцев, британцы, да? Индейцев порабощали, афроамериканцев порабощали, это правда. А украинцев каким Да. образом россияне или русские порабощали? Мне вот интересно стало, Ну, что-то вы новую запрещали. историю. Смотри, смотри, в Киеве. В 19, нет, в 20, 19, 20, начале 20 века не разрешали печатать книги на украинском Это языке. порабощение называется? Но это не порабощение, я А почему неправильно вы говорите понял. Подожди, порабощали? подожди, подожди, подожди. Перебывайтесь. Смотри, я не перебываюсь. Слушай, я из Америки. Вы не из Понимаешь, мне Америки. В перебываться Америке не сейчас надо. ночь. В Америке сейчас ночь. Не врите Я мне, говорю пожалуйста. из Америки, ты чё, блядь, не понимаешь, о чем я тебе говорю? Вот ночь, ты чё, не понимаешь? Почему вы говорите, что вы с Киева тогда, если вы в Потому что Америке? я в Киеве сейчас, ну я потому что я сейчас в Киеве, ну чё тебе непонятно? Ну Вы наемники определитесь. приехали. А, вы наемник из Америки. Да. Я чё, я Вас чё? гражданство Америки есть? Да. Понятно. Можно вопрос? Да. Первые четыре президента США можете назвать?